Здравствуйте! Продолжаю цикл видео, посвященных обучению вокалу. На прошлом уроке мы разговаривали о дыхательных упражнениях, говорили, что дышать нам нужно в животик, набирать дыхание в бока. И держать. А на этом уроке я вам дам уже распевку, первую распевку. И эта распевка будет у нас с закрытым ртом. Для начала распеваться нужно именно не на голос, как говорится, а с закрытым ртом. Первая распевка у нас будет на «м». Посмотрите, как она будет звучать. Послушайте. Мы поем нотку, потом чуть выше качаемся, качельки делаем и возвращаемся. Как мы поем эту «м»? Мы берем с вами дыхание в животик. Звук идет на губы, даже на нос немножко. Это так называемые резонаторы. Резонаторы у нас бывают грудные, если мы внизу поем, на грудь сажаем, да, звук. Или головные. Чтобы головной резонатор открылся, можно вот такой вот попеть, вот такие вот, как будто вы в горах или в арку, вот эхо хотите услышать. Открываем головной резонатор, пробуем. Можете вот так вот попробовать, чтобы немножечко открыть, да? Ну, здесь мы даем на носик звук. И сейчас будем двигаться потихонечку наверх и переходить. Я вам советую петь не в низкой, можно здесь петь в низкой позиции. Да? То есть вы сажаете на горло, вы давите, такого быть не должно. У вас должно быть свободно, большой объем во рту. Не давим, все плавно, спокойно, объем во рту, так называемое пение на зевке. Зевнули, открыли и поем. Пожалуйста. И сейчас будем потихонечку вверх, вы пойте со мной вместе. У вас объем круглого в роте, да? Дальше. Самый низкий бас, баритон средний мужской голос и тенор высокий мужской голос. Женские голоса это контральто, самый низкий женский голос, поэтому как раз грудные резонаторы задействуют в основном. Меццо-сопрано и сопрано. Сопрано бывает трех видов тоже. Колоратурная, которая поет очень легко, очень высоко. Есть лирическая сопрано, ну красивый голос, не такой, может быть, гром, не такой легкий, как у колоратурного сопрано, но не такой драматический, такой напряженный, скорее сильный, может быть, страстный, как у драматического сопрано. Драматическое сопрано это третий. Вот, ну у меня скорее будет какое-то такое лирическое, может быть, сопрано, чуть-чуть, может быть, что-то колоратурного есть, ну не знаю. Так, ну в общем, давайте мы с вами теперь, значит, мы спели с вами на «м», давайте чуть-чуть вариацию этого распевки сделаем такую. Начинаем, сразу движемся потихоньку вниз, но как будто мы идем вверх при этом. Представьте себе, что вы идете вверх, и тогда у вас не будет завариваться. Да? А у вас будет держаться и идти немножко вверх. Поем. Значит, три нотки вниз. Но думаем, что идем вверх. Пожалуйста. Пожалуйста.
давить. Ни в коем случае не давить. И петь в высокой позиции, как будто сверху. Не на горло, да, снизу. А. Перейти уже на грудной резонатор. Вот высокий. Тихенько получается, да? А если в низкую позицию перейти, она будет по-другому.